мощный оркестр в центре города не случайен. Именно в таком настроении и нужно открывать площадку, которая вдохновит немало людей на создание своего дела. В Центре развития бизнеса реализован принципиально новый формат обслуживания юридических лиц. Я благодарен вообще Сбербанку, который вкладывает инвестиции, прежде всего, в реконструкцию наших отделений для того, чтобы клиенту Сбербанка создать все условия, чтобы он чувствовал полный комфорт и семейный уют. Ну что же, пусть свершится волшебство! В одном здании сконцентрировались все виды услуг, необходимых для открытия и ведения своего дела. Стоит клиенту зайти, он здесь же сможет зарегистрировать новое предприятие, открыть счет, получить возможность взять кредит, проконсультироваться. Более того, в центре реализована уникальная концепция дружественных отношений с клиентами. Организованы кофе-зона, комнаты переговоров и конференц-зал на 93 места. Тут еженедельно будут проходить несколько конференций по обучающей конференции, по взаимодействию между партнерами. Мы будем привозить сюда интересных спикеров со всей страны. Поэтому мы не говорим о том, что это банк. Мы говорим о том, что это среда возможностей для предпринимательства. Сегодня Чувашское отделение Сбербанка России уже обслуживает более 6 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. А крупнейший комплекс развития бизнеса в системе Волговятского банка позволит улучшить предпринимательский климат в республике.